Он уходил один на гору ночью, чтоб помолиться там наедине. Он к небу поднимал святые очи, и раздавалось слово в тишине. Он говорил с отцом своим: «Сын Божий, чтоб новый день начать хватило сил, чтоб делать то, что было невозможно». У Господа он милости просил. Днем Иисуса люди окружали, он проповедовал, он исцелял. Он уставал и в помощи нуждался, и на горе он силу получал. Он сном не дорожил, вторым дыханием молитва Сыну Божьему была. Он снова видел ярких звезд мерцаний, и тишина вновь над землей плыла. Емуль стоять колено преклоненно, когда он сыном был царя царей, но он молитву возносил смиренно, с горы спускался только на заре. И мне ль не преклонять свои колени, коль я на горестной земле живу, и мне ль не возносить души моления тому, кого Спасителем зову. Не нужно мне на гору подниматься, чтоб помолиться там наедине, я в комнате своей могу склоняться, и раздается слово в тишине. И слышит Иисус мою молитву, порой слаба она, порой сильна, чтоб днем сражаться мне на поле битвы, а ночью с Богом должен говорить. О нет, я не умею так молиться, как некогда молился Божий Сын. Хочу у Иисуса научиться в молитве все у Господа просить. Хочу я научиться у Иисуса в молитве низко голову склонять, чтоб днем, шагая по тропинке узкой, мне Слово Божье верно исполнять. Я устаю, я в помощи нуждаюсь в силе Господа Христа, поэтому у ног Его склоняюсь, и молятся Отцу мои уста. Аминь. Трудная дорога впереди лежит. Уповай на Бога, сердце говорит. Хочется смириться, хочется взывать. Помоги молиться и не унывать. Хочется смириться, хочется взывать. Помоги молиться и не унывать. Дай мне помнить свято, что путем скорбей шел Христос когда-то, возлюбив людей. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. Как бы мне хотелось, чтобы мир святой овладел всецело сердцем и душой, чтобы не страшиться, чтобы устоять, чтоб всегда молиться и не унывать, чтобы не страшиться.
Не страшно жить.